Финансисты могут вздохнуть с облегчением. Международное агентство Moody's повысило прогноз кредитного рейтинга России. Свое место в рейтинге подтвердила и Чувашия. По международной шкале в иностранной и национальной валюте республика вышла на уровень надежных в долгосрочной перспективе. По национальной шкале поднялась еще выше. Надежная с обязательствами высокого качества. Наличие таких рейтингов позволяет региону проводить эффективную долговую политику и повышать инвестиционную привлекательность. Чувашская республика на уровне BA3 по международной шкале оценки Moody's. Я считаю, это оценка, высокая оценка надежности и инвестиционной привлекательности Республики Чувашия. Надо отдать должное, что республика проводит очень взвешенную финансовую политику. И кредитный рейтинг, он как раз дает сигнал инвесторам о том, что республика выполняет свои обязательства полностью и в срок. Когда той или иной территории, даже и наш главной банк выделяет какие-то ресурсы, естественно, он смотрит, каков рейтинг той территории, на которой мы работаем. Потому что ведь мы, банки, как зеркало отражаем экономику той территории, где мы работаем. И поэтому, если рейтинг территории в целом высокий и нормальный, то, конечно, и главный банк будет спокойно выделять нам кредитные ресурсы для того, чтобы мы прокредитовали предприятия, находящиеся на этой территории. Рейтинг на уровне России, на уровне, так сказать, на хорошем достаточно уровне, позволяет финансовым рынкам более спокойно прогнозировать состояние этих рынков, возможность получать деньги на более выгодных для себя условиях. Вот. То есть в целом для финансистов важна именно стабильность, чтобы можно было составлять и бизнес-планы, и как-то рассчитывать свой семейный бюджет, если мы говорим о семье, спокойнее, так сказать, пользоваться кредитными ресурсами и развивать свое домашнее хозяйство.